сам начал заниматься еще в детстве. Мне было где-то 4 года. Начал хныкать и просить родителей отвезти меня в фехтование, потому что мой брат занимался этим спортом. В конце концов, мой брат бросил фехтование, а я так всю жизнь им и занимаюсь. В Россию приехал с моими коллегами в январе 2013 года. Это было очень волнительное событие. Я вообще был не уверен, много сомнений. Потому что 8 лет я работала в итальянской сборной. Это все казалось очень странным. Это было как новое приключение. Первое соревнование за российскую команду, когда мы выводили российскую команду, особенно в командных соревнованиях против Италии, было ощущение странное. Фехтовать против своей бывшей команды. Ну и руководство администрации итальянской сборной, федерации итальянской фехтования. Они не очень корректно себя повели. Очень много было интервью неприятных, когда нас называли наемниками, такими продажными людьми. Начались такие разговоры про нас, что мы уехали работать только за денег, ради денег. Человек соглашается работать. Во-первых, он должен реализовать себя как профессионал. И, естественно, принимает решение, где он будет полезен, где он может со страстью отдаться вот этой работе. Спорт, который очень сильно развивался, и в нем должна быть мобильность, в нем должен быть обмен. Тем более, принимая во внимание, что итальянская федерация фехтования не давала нам развернуться, не давала много возможностей для роста. Ну и в конце концов, за эти 3 года мы выиграли несколько чемпионатов мира. В личных соревнованиях мужчин и в личных соревнованиях женщин. Потом была универсиада в Казани. Сейчас закончилась олимпийская квалификация. Вот что касается мужской команды, она у нас на первом месте в рейтинге мировом. Олимпийские игры, соревнования, встречи будут очень трудные. Этому предшествовал очень серьезный, жестокий отбор. На соревнования нужно ехать спокойно, с полным осознанием того, что ты умеешь, с уважением к противнику, понимая, что и противник тоже силен и тоже хочет выиграть. Обязательно нужно, конечно, продвигать фехтование, ходить в школы, рассказывать. Потому что в Италии проекты по продвижению спорта их много. Во время занятий физкультурой в школе предлагают, как бы, ребят знакомят с разными спортивными дисциплинами, знакомят в том числе с фехтованием. То есть приходят какие-то известные спортсмены из фехтования, пробуют с ребятами заниматься, рассказывают. Да и приносят какие-то простое оборудование, там пластмассовую рапиру, допустим, да, для ребенка, маску. И, конечно, ребята тогда интересуются. Если мы возьмем шахматы и будем играть в них с огромной скоростью, вот это будет фехтование. Фехтование, страсть нужна. И вообще страсть нужна, одержимость в любом деле. Ну, у нас была очень интересная история знакомства. Я до Маурицио не знала итальянцев, не была с ними знакома, у меня нет итальянских друзей. И, конечно, по-итальянски я тоже не говорила, но несколько лет назад я увлеклась очень серьезно сальсой. В мае на День Победы в парке Горького 3 дня подряд, значит, была сальса. И я пошла танцевать со своими друзьями, подругами и встретила там Маурицио. Вот, он пригласил меня танцевать, и, в общем-то, так мы познакомились. Сегодня у нас годовщина нашей помолвки. Я бы сказала, что больше праздную я, потому что Маурицио наверняка об этой дате не помнит. Сегодня я хочу сделать Маурицио сюрприз, приготовить первый раз в жизни пасту, потому что вы знаете, что для итальянцев паста – это что-то святое, и они никого к ней не подпускают. Обычно он готовит ее сам. Ciao! Come stai? Bene, a posto. Buongiorno, com'è? Maurizio, можно сказать, что он абсолютно не итальянец. Он также очень просто спокойный, очень дисциплинированный. Наверное, еще самое итальянское – это то, что мы не можем разговаривать без рук. Когда он что-то рассказывал, брала его за руку,
и шла, и думала, как же он отреагирует. И он переставал рассказывать историю, потому что ему нечем было жестикулировать. У нас у обоих некий такой есть кризис идентичности, потому что Маурицио такой живет сейчас в России, женат на Кадашке. Я и в России я чувствую себя иностранкой, приезжей, можно так сказать. Ну и дома я чувствую себя тоже приезжей. Кстати говоря, его мама, она просто итальяна Вера, она очень такая настоящая католичка. Я мусульманка, я не религиозный человек, я не из религиозной семьи. Могла понять вот нашу культуру, и она выпучила на меня глаза и говорила: «О боже, как так? У вас что, нет Иисуса? Как это возможно?» И я, так как я не могла ей объяснить все по-итальянски, я говорила: «Сеньора, не беспокойтесь, Иисус есть у всех, пожалуйста, вы только не волнуйтесь». И таким образом я ее успокаиваю, потому что для нее это, конечно, был шок. Pronto? Sì? Ciao! Ciao! Ha detto così che hai una bella voce, quella di Molinetto, con la sua mamma al negozio. Bene. Grazie. Fai le solite domande, mamma, com'è il tempo, queste cose. Com'è il tempo? Bello, finalmente primavera. E l'insalata di pomodori molto buona. Molto buona, sì. Diciamo che è quasi meglio di quella che fai tu, mamma. Sei molto gentile, va bene. Allora, quando vieni in Italia la farai da solo un'insalata di pomodori. Sei contento? Sì, sì. E in riposo. Perfetto. Risposта перфекта. Паста почти что лучше, чем твоя. Она сказала: «Ах так, когда приедешь в Италию, будешь готовить тогда сам». Diciamo che l'esperienza in Kosovo comunque mi ha fatto anche conoscere tantissimi ragazzi bravissimi, incredibili, volenterosi. Insieme a loro abbiamo fatto anche, siamo intervenuti come aiuto umanitario, soprattutto la popolazione del Kosovo che veniva spinta. Abbiamo operato un salvataggio a un pulmino di suore, un bus di suore che era finito in mezzo a un campo minato e veramente solo grazie a Dio non sono saltate per aria e noi siamo riusciti a salvarle. E diciamo che sono state salvate perché un vitello nel momento in cui passava il pulmino ha attraversato, la strada e nel punto dove il pulmino sarebbe dovuto arrivare ha fatto rallentare il vitello, in quel momento lì è saltato per aria, quindi, e per salvarle siamo dovuti andare per ripercorrere le tracce delle gomme del pulmino. Siamo arrivati al pulmino, siamo saliti sopra al tetto, l'abbiamo aperto come una scatola di tonno. Comunque il corso è stata un'esperienza che mi ha segnato. Mi ha segnato, mi ha fatto imparare tante cose, mi ha fatto conoscere tante persone, mi ha fatto apprezzare quello che prima magari... Io amo lo sport perché lo sport è il primo messaggero di pace. Infatti anche se ci sono le guerre, durante le gare, le competizioni, tutti gli atleti sono amici e si rispettano.